Мари Жорж Жан Мильес родился 8 декабря 1861 года в Париже в семье владельца фабрики модельной обуви. Будучи обеспеченным человеком, Мильес уделял много времени своим увлечениям, среди которых основное место занимали театр и искусство сценической иллюзии. В 1888 году он стал владельцем театра Робер Уден, в котором демонстрировались различные трюки и фокусы. 28 декабря 1895 года в Париже Мильес попал на первый киносеанс братьев Люмьер и сразу понял, какие богатые возможности открывает кинематограф. Он предложил братьям 10 тысяч франков за киноаппарат, но получил решительный отказ. Однако Жорж и не думал сдаваться, и ему повезло, он смог приобрести аналогичную съемочную камеру в Англии. Первые фильмы Мильеса, как и большинство других его лент 1896 года, были явным подражанием братьям Люмьер. Однако он много работал и настойчиво искал свой собственный путь. Благодаря этим поискам Мильес стал первым, кто придумал такие эффекты в съемке, как стоп-кадр, замедленные и ускоренные съемки, затемнение, наплыв и множество других приемов. В 1897 году он построил на своей или в Парижском предместье Монтрео первую в мире киностудию и назвал ее Старфилм. Это был стеклянный павильон, в котором Мильес собрал все самые современные приспособления для кинопроизводства, и киностудия практически сразу начала приносить баснословный доход. За первый год существования своей киностудии Мильес снял 60 кинолент, создавая один за другим новые жанры. Он даже пытался перейти от черно-белого кино к цветному, вручную раскрашивая кисточкой каждый кадр кинопленки. В 1902 году вышел один из лучших его фильмов Путешествие на Луну. Это был первый в истории кинематографа научно фантастический Фантастический фильм. В нем Милье соединил легкий наивный юмор театральной буфанады и загадочную фантастическую сказку, рассказывающую о приключениях нескольких чудаков астрономов, отправившихся в пушечном снаряде на Луну. В основу сценария были заложены эпизоды романов Жуля Верна и Герберта Уэллса. Киноработы Мильеса выделялись четкостью, выразительностью и темпом. Он принимал непосредственное участие в абсолютно всех сферах кинопроизводства. Был автором, режиссером, художником, актером, монтажером. Другими словами, кинематограф стал смыслом его жизни. Мильес, несомненно, находился. Тогда на вершине своей карьеры. Его ленты демонстрировались одновременно на экранах двух крупных театров Парижа. Но кинематограф рос и развивался. Были изобретены новые приемы съемки, построены новые кинокамеры, режиссеры все чаще стали снимать на натуре. Мильес же ничего не менял в своем методе, продолжая работать в павильоне. Он оставался прекрасным декоратором с богатым воображением, однако мода на феерии проходила, а Жорж не хотел в это верить. В трудное время на помощь Мильесу пришел кинопромышленник Шарль Патте, предоставивший ему заказ на несколько фильмов в виде обеспечения за кредит взятый для Съемок. Мильес, уверенный в успехе предприятия, заложил свою виллу в Монтрео, а также студию и дом. С 1911 по 1913 год Старфилм выпустил последние пять картин. Публика была поражена спецэффектами, использованными в одном из фильмов. Однако же в целом проект провалился. Зрители требовали сцен из реальной жизни, а Мильез замкнулся в театральных декорациях и упорно отказывался снимать на натуре. Мильес пытался зарабатывать, продавая кинотеатрам копии своих фильмов, но самый крупный рынок американский оказался для него закрыт, так как Томас Эдисон считал себя владельцем всех американских патентных прав на кинотехнологии и полагал, что имеет право копировать и продавать для показа любой сделанный без его санкции фильм, в том числе и фильмы Мильеса. В результате Жорж не получил практически ничего за показ своих фильмов в США и в 1914 году вынужден был продать студию. Негативы своих фильмов он в припадке ярости сжег. С началом Первой мировой войны закрылся и театр Роберу а после войны Жорж Мильес и вовсе был забыт и работал продавцом детских игрушек в киоске на вокзале Монпарнас. О его вкладе в развитие кинематографа никто не вспоминал до 1932 года, когда кинематографическое общество приютило его совершенно разоренного в замке Орли. Великого кинематографиста наградили орденом почетного легиона и назначили скромную пенсию. 21 января 1938 года Жорж Мельес скончался в пансионе для престарелых актеров в Париже. Вклад Мильеса в киноискусство огромен. Волшебник и маг, он первым понял силу зрелищности кинематографа и его бесконечные возможности. Он положил начало экранизации литературных сюжетов и его заслуженно считают родоначальником многих кинематографических жанров. На этом заканчивается история Жоржа Мильеса.